Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. Family. Сегодня у нас десерт. Десерт у нас в виде торта. Вот этого прекрасного, замечательного, неповторимого. И надеюсь, тортик. Что очень-очень вкусного. Вкусный тортик у нас. Да. У нас Даши сегодня нет, потому что Даша у бабушки. Мы хотели ее позвать, но она не захотела. Говорит, я у бабушки сегодня, все, меня не трогайте, ешьте свой торт. В общем, она знает, конечно же, что ей останется, безусловно, поэтому она и не переживает. Она вообще не переживает. Торт у нас тут такой вкусненький, очень такой красивенький. Там в составе груша, бисквит, сметана и все такое. Вот такой. Конечно же, маме первый, да? Так, а деревянную можно сыну ложечку? А то вот сейчас он у нас тут не ложит. Сейчас сын тут у нас будет просить. Так, может, держи. Да. Так, твоя ложечка. Что-то деревянных ложек. Что-то вот захотелось. А не в нижнем, наверное, да. Что-то вот захотелось, потянуло нас на сладенькое. Давно мы не покупали никакие тортики. Вот что-то захотелось нам. Приобрести, попробовать, насладиться, так сказать, детей порадовать, ну и, конечно, самим порадоваться. Mm-hmm. Павлик, ты-то не стучи, ложка, это хорошо. Ты-то вроде не взрослый мальчик. Папа такой в предвкушении, много болтает. Mm. Папа свежий. Хорошее настроение, потому что он знает, что я буду сейчас кушать тортик. Да, а сейчас я докушаю, еще буду капусту квасить. У меня от этого настроения еще больше поднимается. Я тебе помогу, ладно. Угу. Ну, вкусный, да, Паша? Да, я его выбрал. Ты его выбрал? У нас, да, он, кстати, я хотел другой взять. Паша сказал, нет, мы возьмем вот этот. Я такой, Паша зелененький захотел, да? Да, ладно. У нас такая есть новость. Пашку выбрал, все-таки, ну, отбор еще не закончился. Нам уже тренер сказал. Но тренер уже сказал, что Паша это неотъемлемая часть команды. Да. Будущей команды. Его уже отобрали 100%. Да, его уже отобрали. Он сказал, что будет отобрано 10-14 человек. Из скольки? Сколько ходило? А я не знаю, много ходит там. Там постоянно меняются, новые приходят, уходят, приходят. Короче, приходят. Там из человек, наверное, 20. Человек 15-18 постоянно бывает, и половина из них разная. Мы когда игру играли, и на карнавале в этой игре 4 хвостика забрал. А-а-а. Ну, у них там игра на, так сказать, быстрое перемещение. Так сказать, в поле стоят два мальчика, это как бы волки. Сзади у них такие манишки торчат, такие за шортики засунутые. А все остальные типа белочки. И вот они бегают по этому полю, они должны их догнать и сзади вот этот хвостик выдернуть. Ну что, все целый час они кто-то играют? Нет, это просто одна из игр. Ну это я видела. Ну и как обычно Паша там всех перебегал. Ну, сегодня какую-то Паша вот игру не сильно играл, он такой что-то веселый, что-то там такой, знаешь, такой как бы что-то побежит, оторвет, стоит, улыбается. Побежит такой хвостик. Да, а раньше он прям носился там по 5, по 6, там по 8 хвостов выдергивал. Эйфория у него была, да? А он, да. А у него по 8 не выдергивал. Когда с Алексеем Константиновичем мы занимались. Паша, ты что сегодня? На другой тренировке, помнишь? На расслабоне. На улице. Там ты с целой пачкой, помню, этих хвостов там прибегал. Я 10. Ну, 10 ни разу, но... Смотри, что делать. Много. Берет, ломает. Слушай, а вы чувствуете грушу, да, внутри? Иногда попадается. Угу. Как не, необычно. У меня только манго в торте попалось. Это не манго, это груша. А. Там манго нету. Вот это груша? Да, вот это груша, да. Смотри, он чуть-чуть берет, кромсает печенье. Кромсает? Ну, прям вот так его жмет. Сжимает кулак в ручке своей? Да, сжимает прям. Это у него вместо печенья как экспандер такой, как я там сожму. Я ему дала, думала, он будет кушать, а он все это. Он особо есть не хочет. Мы его просто посадили, потому что он тут как мы садимся, ему сразу тоже надо есть. Он же член нашей семьи. Но даже если не хочет, он все равно будет лазить везде по столам. И... Поскольку где семья, там и он. Да, у нас сегодня Леша замещает Дашу, только молчит, правда. И покрестит. Да, он что вытворяет. Хорошая новость, Пашка все-таки справился с поставленной задачей. Паша, папа говорит, что он отличается прям. Ну, отличается, да. Есть такое дело.
Ну, так вот. Ну, может, у него просто рвение больше. Нравится, да, Паша? Нравится, да. Обожаешь футбол? Что, Лёв? Что такое? Нам надо зелененькое. Зелененькое надо? Чуть-чуть. Чай могу дать. А если ему бисквит дать, тоже думаешь, мне не стоит? Ты что, торт съела уже? Ой. Она как его съела так быстро? Я просто маленький кусочек отрезал. Так, подождите, отмотайте назад. Отмотайте назад, как она это сделала. Я успеваю тут это, пробежать печеньки, убрать. Я думал, у нее там полный кусок еще не тронутый, а там уже все пусто оказывается. Так я смотрю, успеваю, но здесь прантов. Тебе еще отрезать? Да не надо. А ты к нам вернешься? Да. Да, вот это... Шок. Я в шоке, если честно. Да, я тоже. Но, а ты думала, я тут бегаю, и ничего, в итоге у меня полная тряпка. И ты обычно самая последняя заканчиваешь. Я думала, что у него кусок. А сегодня просто очень вкусно, поэтому я вот так. Может, тебе добавочки? Маленький, тоненький. Не хочу, я толстая. Да. Я люблю вот так. Ты же понимаешь, самый толстый человек, кто в нашей семье? Мама. Это толстый человек вообще ему пофигу. Мама? Ты серьезно, мама? Говорит, мама. Ты хоть понял, что папа-то смотрел? А ты на папу-то смотрел вообще? Не, он просто вопрос не понял. А, ну может быть, да, возможно. Не исключено. Паш, что папа спросил? Кто в нашей семье самый толстый? Кто? Паша, кто у нас в семье самый толстый? Так, ну ты как думаешь, твое мнение? Он думает. Не мешайте. Есть какое-то мнение у меня этот счет? Валюта. Ну, тут ответ, кстати, правильный вообще, вот так, если призадуматься. А типа валюта сколько весит? Думаю, что она больше тебя весит. Да, причем тут, я же не говорю, есть, допустим, человек 2 метра, весит там 100 килограмм. Да? Папа, вон там, вон. А если человек, скажем... 1.70 и тоже весит 100 килограмм. Они же сильно будут отличаться. А сколько у тебя мама весит вообще? Я не знаю, сколько она весит, но она толстенькая такая. Ну, как бы, в принципе, это нормально. А я чуть-чуть. Маленький-маленький кусочек. Паша, а вообще на ночь нежелательно много сладкого есть. Вот такой. Маленький. А вообще, Павлик... А это что за маленький? Вообще, так вот, если разобраться, это я у нас в семье самый толстенький, кстати. Это что за муха? Муха? Где ты? У меня мама весит 58-59. Как муха. Ну, а, кстати, с мамой вес похож. Ты же выше мамы. Ну, я выше мамы, да. У меня мама что-то 1.60 с чем-то. Рост у нее, точно не знаю. Вот. А вес у нас с ней, кстати, схож. У меня тоже 58-59 колеблется. В зависимости от того, что поем, конечно. Поем что-нибудь такое сладенькое, 59. Ты хочешь сказать, у тебя сейчас 59 будет, скорее всего. Да, 59-60 будет уже. Интересно. А утром встану, минус 1 килограмм. Ну, это понятно из-за чего. Если ничего... Утром минус 1 килограмм. Да. Слушай, ну, такой хорошо пропитанный торт. Как только встану в кровати, минус 1. Прям вот бисквитик просто идеальный. Я наелась прям, не хочу больше. Поэтому вот я все здесь покромсала, вот и уже достаточно. Если бы я отрезала кусок, было бы лишнее. Я просто чувствую красота. Свою веру. Вот так. Красота. Япота. Кто любит тортики, ставьте лайки. Я думаю, что у нас большинство. Но все равно домашний-то, наверное, лучше, нет? В магазине. Ну, домашний. Он пропитанный любовью. Хорошо пропитанный. Вот любовью пропитанный насквозь. Тут не поспоришь. Так, Лёша, ну хватит стучать, ну. Ой-ой-ой, прольёшь. Дайте Лёшке ромашку. Чай у нас ромашковый. Полезный для деток. Единственный минус я вот сейчас продаю Павлика... Футбол, да. Единственный такой минус, что, ну, как бы, он не сказать, что прям большой минус, но все-таки для меня он как бы есть не.
То есть мы живем в одной части города, а футбол у него в другой части города. В противоположной совершенно. Да, была бы в городе. Но поскольку у нас город небольшой, поэтому минус тоже небольшой. Ездить придется, конечно. Подальше, чем у нас. Придется, да. Ну, на данный момент. Примерно полчаса на машине ехать. Ну да. Примерно полчаса. Неудобненько, конечно. Зимой в гололед на 5-10 минут дольше. Так, Лёв Павлик, зачем ты стучишь? Ну не надо же это делать. Ты же взрослый. Ну ладно. Ну что, вот такое у нас скоротечное видео. Так, Лёшка сейчас покойникова тут не оставит. На, маленькая тебя. Ой-ой-ой, что сейчас произойдет? Ну хоть... Чё, мама дала? Я пытаюсь протянуть этот момент, чтобы ты прощался. Ладно, он... до новых встреч, скоро увидимся, пока-пока.